Итак, продолжаем Real Racing 3. Появилось новое состязание. Событие. Формула 1 в Сингапуре. Альпину уже выиграли. Обкатаем теперь Мерседес или Макларен. Изображен Макларен Мерседес, он Honda Альфа Таури. Берем Мерседес по центру. Болид. Хамильтон. Свободные заезды. Ах, как здорово снова оказаться в Сингапуре. Надо только привыкнуть к жаре. Но мне-то что жаловаться? Не я же все выходные проведу в тесном кокпите без кондиционера. Да, я тебе определенно не завидую. Но пора приступать к работе. Еще очень много нужно подготовить. Городская трасса Marina Bay – одна из самых сложных в календаре. Давай для начала разомнемся и просто прокатимся следом за пилотом, что идет перед тобой. Так, это понятно, как всегда. Поехали. В течение 1 минуты не отставайте от лидера. Лидер у нас Окон на Альпине. Трасса очень прикольная, узкая, скоростная. Вспоминаем трек. Что ж так сильно тормозишь? Чуть-чуть тормозим. Так, тут заболистый поворот. Все время на него сливносит, надо раньше тормозить. Здесь чуть-чуть. Здесь перед поворотом надо тоже дотормаживать. 60 есть секунд. Набираем Хамильтону опыт. Так, а прокачать я забыл. Так, пока качнем максималку. Что ж, думаю, мы готовы прибавить темп. Постарайся, чтобы твоя средняя скорость была выше 178 км в час. Так, сейчас по-быстрому все прокачаем. Тото Вульф. Так, на последнюю стадию не хватает. Все бабло ушло, все 3 ляма. На все, наверное, на 3 ляма 500. Чтоб все докачать. Ну ничего, едем пока так. Так, мы первые. Так, вспоминаем дальше трек. Теперь полностью круг. Так, тут тормозить, дотормаживать. На выходе здесь тоже немного. Феррари. Тут резкий поворот. Дотормаживаем. Здесь немного.
опасно, сюда надо тоже затормаживать, а здесь можно спокойно на автотормозе уворачиваться. Здесь аккуратно, Вильямс, объезжаем. Самый сложный поворот это вот здесь вот. Сюда на нем сносит. А дальше на всякий случай затормаживаем. Потому что мешали пилоты проходить. Все, завершаем. 207 в запасе. Трасса состоит из нескольких прямых, на которых слипстрим будет бесценен. Постарайся во время следующего круга пройти в драфте минимум 3000 метров. Провести в зоне драфта 3000 метров. Поехали. Первый у нас Норрис. Чак. Да что ж ты медленно едешь? Еще тут тормозит. Тебе делать нечего. Напрямую набираем. Есть 3000. Хоть не надо круг ехать. Переходим к следующему заданию на этот этап. Пока все быстро. В центре внимания Макларен и Мерседес. За ними Хонда. Из-за того, что трасса узкая, обгонять здесь крайне сложно, но все же несколько участков для этого есть. Попытайся обогнать трех соперников. Рикардо, Мазепин и Цунода. А, пятерочка. По внутренней. Теперь один из трех. Цунода. Все. Первый этап завершаем. Самый короткий, наверное. По наградам 600 очков.
10 тысяч МС-ок. За эту сессию мы успели все, что запланировали. Все молодцы, возвращайся в боксы. Надеюсь, тебе уже удалось освоиться на трассе. Следующую сессию мы будем проводить ночью.